Для выполнения бомбометания переведи сбрасыватель оси 140 из исходного положения ПЗ, предохранитель закрыт, в положение ПО, предохранитель открыт. Убедись, что загорелись лампочки сигнализации на правой части приборной панели. Выполни пикирование на цель, устрани скольжение, прицелься и нажми на боевую кнопку на РУС. Бомбы сбрасываются одновременно. Обе лампочки должны погаснуть. В противном случае продублируй сброс аварийным сбрасывателем. Для чего, зажав гашетку, отведи рукоятку у сбрасывателя энергично до конца назад в положение сброшено. Для выполнения сбрасывания на невзрыв выдерни чеку оси и подай рукоятку сбрасывателя с зажатой гашеткой в крайнее переднее положение пассив. Затем отведи рукоятку в крайнее заднее положение. Перед посадкой на аэродром поставь сбрасыватель оси 140 в положение ПЗ. Регулярно тренируй навыки бомбометания и глазомер. И до встречи в мире DCS, товарищ!